Киеве суд смягчил условия домашнего ареста подозреваемому в убийстве известного украинского журналиста Олеся Бузины. Денис Полищук сможет днем выходить на улицу, как и его сообщник Андрей Медведько. Обоих задержали еще летом и какое-то время поместили в следственный изолятор. Когда Полищука освободили под залог, десятки националистов устроили горячую встречу, носили его на руках. В апреле исполнится год, как последовательный критик нынешней украинской власти Олесь Бузина был застрелен во дворе дома, где он жил.